Давайте поближе познакомимся с нашим учебником. У каждой книги есть обложка. Это обязательный элемент книги. У тоненьких книг обложку обычно делают из той же бумаги, что и странички, только немного плотнее. У толстых книг, как правило, обложки очень плотные, не гнутся, а иногда сверху покрыты тканью. Такие обложки называют переплетом. Переплет всегда твердый, крепкий, а обложка мягкая. На них вы можете найти фамилию автора, название книги, издательство. Есть суперобложка – съемная обложка из плотной бумаги. Она защищает переплет от загрязнения. На ней могут быть указаны фамилия автора, заглавие, название издательства. Иллюстрации привлекают внимание книги и помогают читателю при чтении лучше понять текст. Наша книга – учебник. Титульный лист – первая страница книги. На титульном листе написано название книги, издательство. Авторы в учебнике написаны на следующей странице. На этой странице есть аннотация. Аннотация кратко раскрывает содержание книги, ее читательское назначение, иногда содержит сведения об авторе. Помещается она обычно на оборотной стороне титульного листа или в конце книги перед задним форзацем. Двойной листок плотной бумаги, соединяющий переплет с книжными страницами. Такой же форзац есть и в конце книги. Для чего нужен учебник? На этой странице находится содержание, оглавление учебника. В содержании указано, какие разделы будете проходить. Рассмотрите обложки книг. Почему эти книги находятся под заголовком «Твоя библиотека»? А что вы знаете про библиотеку? Что означает слово «библиотека»? Прочитайте название книг. Что вы можете узнать по обложкам книг? Как вы думаете, это книги научные, художественные или учебные? Чем отличаются между собой книги? Учебные, художественные и научные. Посмотрите на обложку книги Владимира Яковлевича Данько. Детский поэт и художник, иллюстратор. Писатель, автор более 40 книг. Как называется произведение? Это заглавие стихотворения. Как вы думаете, почему так называется стихотворение? Что означает слово «загадочный»? Подберите синонимы.